Друзья, всем привет, мы в Варданее, немножко отдохнул, и сегодня у меня интересный, очень горячий объект, это дом с прекрасным вот таким вот видом в Варданее, дом капитальный, 75 квадратов на 3,5 сотках, плюс еще можно докупить 3,5 сотки, и будет у вас дом на 7 сотках. Прекрасный панорамный вид, небольшая возвышенность, и вот он дом, идем смотрим. Как я уже сказал, небольшая возвышенность, горка, но не критичная, дорога плавненько поднимается вверх до моря, где-то километр полтора примерно, но вот оно впереди, поселок и море, впереди вот виден морской квартал. Центр поселка Варданы. Дом на 3,5 сотках, 75 квадратных метров. Граница участка проходит вот так вот до опор электрических. Дом уже стоит на кадастре, все снаружи сделан полностью, но внутри в черновом варианте. От края дома 3 метра и граница участка. Плюс еще вот ниже участок, можно его докупить, и будет дом на 7 сотках, как уже говорил ранее. Можно поставить бассейн, все что угодно. Идемте в дом. Прям чудесный панорамный вид. Правда, сегодня море сливается с небом, но его прекрасно видно. Так, заходим в дом. Дом капитальный. На сваях все сделано по-моему. Сразу здесь ниша под шкаф. Электрика вся выведена будет. В шкафу стоит щиток. Здесь у нас санузел. И попадаем в просторную кухню-гостиную. С прекрасным видом, вот панорамный вид на море. Вот море видно. Здесь можно сделать бассейн, все что угодно. Но если не докупать, 3 метра до границы участка. Здесь ставится кухонная зона. И две изолированные спальни. Такая вот спальня с двумя световыми точками. Одна на море. Сейчас подойду поближе. Вот море. Вторая на горы. Граница участка тоже вот проходит заборчик. И вторая детская или гостевая спальня. Здесь одна световая точка и вид на горы. Ну что, друзья, вот такой вот интересный дом у нас в продаже. Прям очень-очень привлекательная цена. За данный дом сейчас цена 12 миллионов. Для Сочи это очень-очень хорошая, прям выгодная цена. То есть вы покупаете дом, делаете ремонт, живете с вот таким вот чудесным панорамным видом. И что немаловажно, в доме можно еще сделать второй этаж, то есть фундамент вполне позволяет. Все, кому интересно, пишите, звоните по указанному телефону, проведу презентацию как онлайн, так и на самом объекте. Также скину предложение с самыми горячими объектами по Сочи. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, пока-пока!